Найти работу, получить бесценный опыт и миллион рублей. Все это смогли сделать выпускники медицинских вузов. О том, как молодые терапевты, педиатры и гинекологи строят карьеру в Никифоровской ЦРБ. Павел Филатов. За время действия программы в ряды коллектива Никифоровской районной больницы влились 14 молодых специалистов. Результат для района более чем хороший. Это четверть от всего персонала медучреждения. Теперь людям помогают специалисты, которых раньше просто не было. Основная масса пришедших молодых врачей, они пришли на работу в поликлинику, то есть на работу в участке. Например, у нас появилось 2 участковых терапевта, были заняты 2 штатные единицы, 2 педиатра, гинеколог. Вот, поэтому я считаю, что данная программа очень помогла именно первичному звену. У нас оказалось задействованы врачи именно на участках. В выигрыше остаются и молодые специалисты. Будущие врачи уезжали из родных сел учиться в большие города, где и находили себе работу. Теперь с помощью программы «Земский доктор» они могут не только вернуться на малую родину и работать по профессии, но и получить неплохой стартовый капитал. К тому же это отличная возможность приобрести уникальные профессиональные навыки. Получить опыт в районных больницах, мне кажется, это потом ни с чем не сравнимо. Это очень колоссальный опыт. В городских у них узкая специализация есть, которая занимается только биохимией или там только гематологическими анализами. Я занимаюсь всем. За 4 года действия программа показала отличные результаты по всей России. Более 14 тысяч медицинских сотрудников отправились работать в деревни отдаленных районов. Все больше сел получают квалифицированных сотрудников. Павел Филатов, Илья Демин, Александр Щеднов. Область новостей.